Елена Гришанова с маленькой Агатой уже несколько лет стоит в очереди в детский сад. Рассказывает, когда писала заявление, малышке было полгода, сейчас 3. Все это время женщина сомневалась в честности распределения мест. Думала, играет роль человеческий фактор. Но в действительности все решает компьютер. Специальная программа оперирует данными детей. В ее распоряжении лишь порядковый номер. Не указаны даже контактные данные. Сегодня Елена смогла убедиться в этом лично. Да, есть изменения, есть. Заметные изменения, улучшения есть в работе, есть. Открывшиеся новые сады, мы надеемся на них. Благодаря национальному проекту демографии, инициатором которого является президент России Владимир Путин, в Самаре вскоре откроются 6 новых детских садиков. Распределение мест в которых происходит по автоматизированной системе и запланировано в 2 этапа. Сегодня распределили места в 3 из них, а уже через месяц, 22 ноября, решат судьбу остальных. Дополнительные места для малышей появятся не только в новых садах, но и в тех, которые откроют свои двери после ремонта. Например, детский сад номер 56. Сегодня его посещают 400 воспитанников. В учреждении есть 4 корпуса. Все они – памятники архитектуры регионального значения и находятся в историческом центре города, где места в дошкольных учреждениях на расхват. Один из корпусов, что на Льва Толстого, закрывали на капитальный ремонт. С начала декабря сюда смогут пойти 75 маленьких жителей города. Там осуществился комплексный ремонт как групповых помещений, так и административно-хозяйственных блоков. И на сегодняшний день стены данного детского сада готовы укомплектовать воспитанников и встретить их вместе с родителями. В детсадах на Карла Маркса 448А, Нововокзальной 213, Алма-Атинской 138, Ташкентской 116 появится по 240 дополнительных мест. Еще 150 малышей смогут пойти в садик на улице Георгия Ратнера, 25. Чтобы принять участие в распределении, родители должны подать заявление. Сделать это можно через интернет, либо обратившись в многофункциональный центр. В заявке важно упомянуть конкретное дошкольное учреждение. Также необходимо предоставить оригиналы паспорта и свидетельство о рождении ребенка. При подаче заявления через сеть эксперты рекомендуют все же зайти в МФЦ и удостовериться, что вас поставили в очередь, и ожидать распределения. В последнее время мы стараемся эту процедуру делать ежемесячно, и каждое вакантное место, которое освобождаемся, стараемся сразу предоставить родителям, чьи дети еще эту муниципальную услугу не получают. Чтобы попасть под распределение в муниципальный сад, нужно отчислиться из частного. Перед этим на мобильный телефон, указанный в заявлении, должны позвонить из сада, в который ребенок прошел распределение. Елена Гришанова проверила работу программы и убедилась в ее точности. На глазах женщины компьютер распределил ее ребенка в новый детский сад. Все результаты сегодняшнего отбора можно узнать на сайте, указанном на экране. Мария Левина, Максим Гусев. События.